Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, на вечной батарейке разработали сегодня обогрев. То есть лампа керамика сейчас нагревается. Обогревает систему. Какая у нее температура? Сейчас посмотрим. 75. 80. Еще нагреется. Уже 80. Значит, схема как выполнена? Батарейка заряжается вечным, видите, вечным зарядником, который не сматывает. Видите, зеленый. То есть ток не сматывает. Отрегулирован на шиме. Вот у нас. И подпитана лампа керамика для обогрева. Видите, у нас. Лампа взяла ток. Вечный зарядник добавил. Лампа взяла, видите. 31,8, 31,9. И так постоянно уже. Сейчас уже работает. 31,8, 31,9. То есть уравновешено. Благодаря шиму. Применяем шим. Применяем зарядник. Применяем батарейку 36 батареек. Вот такая схема. То есть ток не тратится, ни здесь он не тратится. Счетчик, видите, стоит. Вот он, красный. Красненький. Никуда не двигается. То есть нет утраты. Благодаря чему? Благодаря тому, что ток уравнен с током батарейки. А дальше ток лампочки тоже уравнен. Обогревательный. Все это уравнено. Давайте еще проверим, как она нагревается. 78. 85. То есть нагревается постепенно, нагреется и до 100. Пока 85. Но уже обогреваться можно. Главное, что мы ничего не тратим вообще. Применяя, значит, уравновешение токов. Ток батарейки уравновешивается здесь, и этот ток, все три тока уравновешиваются. В итоге, как видите, здесь зеленая, здесь не сматывает, вот она. Она всегда, когда не сматывает, она здесь стоит. Вот она стоит. То есть расхода нет. А сейчас давайте я вам нарисую схему этого изделия. То есть можно применять для обогрева небольшой комнаты. Так. Итак, что у нас? Значит, батарея первая идет. 36 аккумуляторов. 9 коробок по 4 параллельно и потом последовательно. Далее. Все это идет на шим. Сюда нашим. Так. Отсюда же выходит питание на лампочку керамика 100 ватт. Керамика. Сейчас она вот нагрелась, постепенно разогревается. Сейчас еще проверю. То есть нагревается на 85 градусов, что вполне нормально для обогрева. Так, значит, керамика 100 ватт.
что у вас. Далее, чтобы обиднее было, вот так. Далее у нас идет, ребята, что? Выход сюда, зарядник для зарядки аккумулятора велосипеда, 42 вольта, 42 вольта, 2 ампера. То есть такая схема, вот такая схема. В дальнейшем ее можно запитать. Сейчас пока нет мощных батарей. От мощной батареи и инвертор применить. Это в дальнейшем. Сейчас пока от сети, но, как вы видели, потребление равно 0 Вт. 0 Вт. То есть еще раз. Аккумуляторы, шим, лампа, зарядник. И все. Значит, что? Питание поступает с зарядника, а тут питание, тут это емкость батареи назад. Но все равно заряд идет. Потому что здесь больше. А далее здесь лампа. Лампа тоже имеет хорошую тепловую инерцию. То есть и сюда идет ток. То есть этот у нас батарейка получилась как компенсирует это все. Если бы мы подключили вот так напрямую, без батарейки и без шима, у нас бы сматывал счетчик. Даже на 85 градусов бы счетчик сматывал. А так как батарейка компенсирует, то есть все токи обратно идут в батарейку. С этой лампы. И вот отсюда, тут же, значит, вперед и назад, оно все в батарейке все оседает. Поэтому, видите, у нас получилось равновесие, вот, как было, 31,8, 31,9. То есть батарейка не садится, лампочка горит, а ток на нуле. На этом я хочу вас отблагодарить за внимание и пожелать крепкого здоровья.